Все вы, конечно, понимаете, что танцор, который так сильно пострадал, ему очень нужна ваша моральная поддержка. Я хочу вам сказать по поводу, вначале такой организационный момент, по поводу финансовой составляющей. Как вы видели, на входе стоит коробочка, она под камерой опечатана была. Туда сейчас собираются все ваши деньги. Более того, где-то через полчаса, минут 40, эта коробочка появится на первом столе. И вы сможете, кто захочет больше дать денег положить, пожалуйста, можете туда положить деньги. Во время третьего отделения под камерой в режиме нон-стоп будет производиться подсчет денежных средств. В конце третьего блока я вам скажу, сколько денег мы собрали, и буквально сразу же мы эти деньги отправляем Жене. Все чеки, все видеозаписи будут выложены в официальной группе Жени, которая у вас указана на листовках. Все это можно проверить и посмотреть. Ну, а теперь немножечко такой уже неорганизационный момент, а лирический. Я вам хочу сказать, что, во-первых, вся Россия помогает сейчас Жене. В группе ВКонтакте находится более 15 тысяч человек, в Фейсбуке около 7 тысяч человек, и в Одноклассниках тоже порядка 20 тысяч человек. Все эти люди действительно по-настоящему помогают Евгении. Во-первых, по всей России проходят подобные концерты. Ближайшие концерты будут в Питере, в Москве, уже прошли в Ростове-на-Дону, в Азове, в Краснодарском крае, в самой Лазаревской. Почему мы все постоянно задаемся вопросом, а почему мы, собственно, решили помогать именно Жене? Ведь говорят, что очень много людей, которым требуется помощь. Но вы знаете, во-первых, мы так подумали, что если мы будем говорить, что всем не поможешь, то мы и правда никому не поможем. Что нужно помочь сначала хотя бы одному человеку. Хотя бы одному человеку сделать жизнь счастливее и помочь спасти эту жизнь. Во-вторых, Женя — это очень добрый, веселый, очень любящий жизнь, очень талантливый, очень яркий парень, который пострадал не по своей вине. Так сложилось. Это человек, который, как только пришел в себя, написал записку. «Ребята, делайте, что хотите, я хочу жить». Это человек, который, как только немножечко отошел от обезболивающих, от наркоза, первым делом передал приветы и благодарности своим друзьям, этим людям, которые его поддерживают и помогают. И в своем первом интервью он сказал, что после того, как столько людей борются за меня, я не имею права опускать руки. Это очень сильный человек, спортсмен, боец, настоящий мужчина, настоящий парень. И мы все просто хотим, чтобы он был счастлив. Просто хотим, чтобы он жил. 50, 100, 200 рублей для каждого из нас – это не съеденная шоколадка, не выпитая бутылка пива, не выкуренная пачка сигарет. А для такого человека, как Женя, это потрясающая возможность выжить. Это возможность осуществить свою мечту. Она у него очень простая. Он просто хочет жить. Вот, собственно, поэтому сегодня мы здесь все и собрались. Поэтому все артисты, которые выступают сегодня, они выступают бесплатно. Они выступают в поддержку и в помощь Жене. Клуб, в котором вы сейчас находитесь, тоже предоставил вам площадку бесплатно. Все ведущие работают просто для того, чтобы поддержать Женю, для того, чтобы осуществить его мечту, чтобы Женька просто жил. Поэтому я еще, конечно же, обязательно скажу слова благодарности, но сейчас я хочу сказать слова благодарности, во-первых, тем, кто откликнулся, поддержал нас в нашем начинании. И, конечно, я хочу поблагодарить всех вас, дорогие друзья, что вы сегодня собрались здесь. Вы нашли на это время и возможности. Вы не остались равнодушными. Вы все с нами. Вы теперь в нашей большой дружной семье. Каждый из вас теперь может сказать: «Я помог спасти чью-то жизнь. Я помог спасти жизнь достойного человека». Ребят, спасибо вам всем огромное. Спасибо, Ольга. Ну а прямо сейчас мы начинаем обещанный концерт. Дорогие друзья, давайте я представлю художников, исполнявших данный мультфильм. Андрей Казанцев и Елена Кадырова. Идея всего ролика, его воплощение полностью — это их заслуга. Спасибо большое. Мы очень надеемся, что все будет
что ты справишься. Тебе сколько? Мы всей душой с тобой. Здравствуйте, дорогие весь друзья. Петербург, весь этот зал. Во-первых, хочется поблагодарить всех тебя. Вас, что удачи, вы не мужчина. Остались равнодушными к чему. В жизни всякое, поэтому сегодня. Самое главное, не переживайте, наверное, не знаешь, кто мы такие, это не важно. Все будет окей. Знаете, что мы с вами, что мы всегда готовы помочь. А вот следующий выступает дуэт, с вами очень кроме того, что творческий, еще и семейный. Все будет окей. Чита Шульгина. Все будет окей. Тебе здоровья, выздоравливай. Мы тебя ждем. Хозяева. В общем, давай уже. Правильно? К нам на пироги. Можно так. Выздоравливай. По теории вероятности попадают все в неприятности. Каждый ищет решение верное, решает сам проблемы, наверное. Мы ж не паримся, улыбаемся, отрываемся, развлекаемся. Если вы захотите расслабиться, заходите к нам, вам понравится. Ведущий. И вроде уже все в прибыли. Так, друзья, вот сейчас здесь появится на сцене один из представителей, как об этом говорим мы, 32-летние мужчины молодежной культуры. Знаете, уже по традиции еще раз спасибо всем огромное, очень тронуто, вы большие молодцы, что пришли поддержать нас. Вот по поводу этой коробочки сразу скажу. В эту коробочку мы собирали денежки и продолжаем сейчас собирать. Были здесь сложены деньги за вход, за благотворительный джем, который проходил с 5 до 8. Брейк-данс, три команды танцевали, выступали, собирали денежки сюда. Сейчас я хочу передать те деньги, которые мне передали. Во-первых, коллектив авторов книги «История Екатеринбургской епархии», они выиграли приз как самая лучшая краеведческая книга России, заработали 4000 и решили отдать эти деньги на благотворительность. Когда они узнали об истории Жени, они, не сомневаясь, отдали эти деньги Жене. Вот здесь у меня эти денежки. Было несколько еще человек, которые, к сожалению, не смогли прийти на мероприятие, просто обычные люди. Они тоже передали деньги, попросили обязательно донести их до Жени. Вот не буду сейчас при вас вот это все пересчитывать. Вот здесь все денежки лежат, я вот сюда складываю. Давайте поаплодируем людям, которые готовы помогать. Вообще, знаете, хотелось буквально два слова сказать о тех чудесах, которые
творятся благодаря Жене. Женя разбил вот эту стену равнодушия, которая, к сожалению, сейчас становится довольно часто между нами всеми. Я не знаю, как он это сделал. Это какой-то солнечный мальчик, который заставил всех проявить свои самые лучшие качества. Например, 14-летняя девочка из города Ашдод, Израиль, которая вообще не знает Женю абсолютно, она договорилась с директором школы, собрала всю школу в спортивном зале во время большой перемены, договорилась с коллективом брейк-дансеров, сделала маленький концерт и собрала $200. Для школы я считаю, что это достаточно большие деньги, тем более из другой страны. Маленький мальчишка, которому 10 лет, я честно не помню уже из какого он города, выиграл чемпионат по брейк-дансу, заработал 500 рублей. И эти деньги он отдал Жене со словами: ему нужнее, а я хочу, чтобы он меня учил. Я считаю, он тоже достоин аплодисментов. Вот Женька солнечный мальчик, яркий, веселый, творит такие чудеса. Ради него люди творят такие чудеса. Ради него мы сегодня все здесь собрались. Женечка, родной, мы все с тобой, мы все за тебя. Мы тебя не бросим и не оставим. Ты большой молодец, ты боец. Ты поднял всю Россию. Ты разбудил в нас добро. Ты достучался до наших сердец. Ты и твои близкие друзья. Вы большие молодцы, вы сделали большое дело. Спасибо вам за это, ребят. Женька, держись. Весь Екатеринбург с тобой! Добрый вечер! Спасибо, что вы здесь. Спасибо, что у нас столько оказалось людей с большим сердцем в Екатеринбурге. Сейчас себе похлопайте, вы молодцы, ведь правда. Не Женя, а все-таки для меня и для многих он здесь, наверное, рыжий. Потому что хип-хоп, че, кого все-таки... Да, рыжий. Пускай он будет рыжий. И все-таки давайте мы в очередной раз скажем, что мы все-таки с ним и поддерживаем его всеми своими силами. Правильно? Поэтому лозунг простой. Рыжий, мы с тобой. Рыжий! Мы с тобой! Рыжий! Мы с тобой! Рыжий! Мы с тобой! What's up, nigga, nigga, what's up? What's up, nigga, nigga, what's up? Как сам, Жека, Жека, как сам? What's up, nigga, nigga, what's up? Как сам, Жека, Жека, как сам? What's up, nigga? Ну, а Твардовский переправа, переправа, левый берег, берег правый. Ну, че? East Coast, West Coast, ну, че? Выступались, не убегайте, оставайтесь с нами. Будет еще кое-что в третьем блоке. Да, что кое-что. Очень интересные события нас ждут. Приехал, это прямо вообще секрет большой. Не знаю, можно ли с вами, хор турецкого приехал. В третьем блоке они будут выступать, поэтому, друзья мои, ну, там билеты стоят по 5000 рублей в филармонии, так что посидите. Все, конечно, практически.
хочу к Жене обратиться. А дело в том, что про его историю я услышал, так достаточно странно, я услышал в Московской области у друзей, когда был в гостях, они сказали, мы вот были там на одном мероприятии, выступали на гастролях, и вот мы познакомились с таким замечательным парнем. Вот сейчас у него произошло такое неприятное событие, горе по большому счету. Но вот он не сдается, он продолжает бороться, потому что и все в одних словах, и тех же, вот это удивительно, разные люди, разные источники говорят, что это солнечный человек. Когда я услышал уже не первый раз эту историю, и я понял, что, видимо, просто так вот это звание солнечного человека, замечательного человека, просто так не получают. То есть его не говорят за глаза красивые, говорят за то, что человек делает. Я хочу, чтобы сегодня все, кто здесь собрался, просто послали ему не только вот эти деньги, потому что деньги, это, конечно, важно. Давайте еще отправим свои какие-то эмоции, свои духовные составляющие, вот эти вот флюиды, как говорят древние ученые. Пусть он скорее поправляется, и пусть качества бойцовские у него никуда не исчезнут. Пусть он продолжает сражаться и побеждает в этой битве. Давайте за рыжим мы отправим наши сердца. Получается. Эй, тезка, родной, Женька, дружище, здесь те люди, которые к тебе неравнодушны. Это те, кто не превратили тебя в статистику, потому что каждый день что-то в России происходит. Понимаешь, мы к тебе неравнодушны. Это Урал тебе шлет привет. Музыка совершенно другая, но мы, как и ты, будем считать 1/16, 1/8, четверть и так далее. Давайте, ха! Еще! Еще! Ха! Еще! Ха! Правая! Правая! Левая приготовилась! Левая! А ничего, вы смотритесь, пацаны, видите? Алексея Моресьева, как он танцевал на двух протезах. И ты тоже можешь стать настоящим человеком. Я уверен, что ты уже настоящий человек. И воспоминания, и память об этом человеке тебе, я думаю, помогут. Выздоравливай, будь с нами, будь на сцене, будь всегда артистом, независимо ни от каких превратностей судьбы. Женя, мы с тобой!
Я хочу, чтобы в твоей жизни дата 30 апреля была заменена на сегодняшнюю дату 30 мая. Это намного веселее, дружище, потому что 30 мая намного веселее, чем 30-го. Я хочу пригласить нашего организатора, человека, который не спал огромное количество ночей, который обзванивал всех наших артистов, представителей ночных клубов, другие массы, социальные сети, радио, СМИ, тра-та-та-та и так далее. Я хочу пригласить сюда Ольгу, пожалуйста. Ольга Глазырина, дружный аплодисмент, Оля. Я знаю, подождите, я вас перебью сразу же. Я знаю, что Евгению, Евгеше надо насобирать где-то 100 тысяч долларов, правильно, если не ошибаюсь, по идее? Ну, вот на сегодняшний день сумма уточняется, но от минимум 6 миллионов рублей, и дальше уже она идет. Да, большая очень сумма нужна. От 6 миллионов и дальше, дальше, дальше. Вот до нас какая сумма там, по-моему, была, если не секрет, около 30 тысяч долларов, да, было, к тому времени, к сегодняшнему моменту собрали порядка 3 миллионов рублей. Аплодисменты, друзья! Нас много, мы можем! Это как в Одноклассниках, нам помогают друзья друзей, прикольно. Так, ну, озвучи цифру. Стоп! Барабанная дробь, вил, видишь, там? Ну, у тебя хорошо получается. Да? Да, я думаю, что это... Мой телефон, 920. Бегущая строка. О, значит, сумма 37 070 рублей 50 копеек. Это 1000 евро, это нормально, Женя, ну, вот Урал тебе, наш помог, вот так, у нас есть добрые люди. У нас люди просто, видишь, в среде работают. А если бы был пятничный корпоратив, я бы на своей свадьбе кусок торта бы тебе продал. Ну ладно, так. Можно я еще скажу? Конечно, можно. Ну, я опять... Хочу с благодарностью. На самом деле этот концерт никогда бы не состоялся, если бы не те замечательные люди, которые очень-очень сильно помогали. Во-первых, это все артисты, которые сегодня выступали. Вы посмотрите, ведь выступали настоящие профессионалы, а не любители. Действительно, люди, артисты с большой буквы, они молодцы. Они нашли время, они нашли возможность для того, чтобы приехать, порадовать вас и поддержать Женю. Прошу вас, бурные аплодисменты ребятам, они большие молодцы. Во-вторых, это три наших замечательных ведущих. Антон Рукосуев, Саша Цариков и Женя Мечков. Вам, ребят, огромное спасибо. Вы умнички. Огромное спасибо я хочу сказать Максиму Берникову, который предоставил нам вот клуб, ночной клуб «Луна». Да, где Максим? Максим, вот. Он, как всегда, в смокинге. Да. Вы знаете, вот что касается Максима, я просто вот поражена до глубины души, с каким бы вопросом, с какой бы проблемой я ему не позвонила, их было, как вы сами понимаете, во время подготовки много, я говорю: Максим, вот это можно сделать? Он всегда отвечал: Оль, не проблема, мы все сделаем. Он молодец, спасибо ему огромное. Спасибо большое девчонкам, которые стояли на входе, весь концерт они это делали, это Маша, это Иринка, Елена, это мои хорошие подруги. Спасибо вам, девчонки, огромное. Спасибо огромное нескольким командам, брейк-дансерам. Неправильно, да, сейчас просклоняла? Да нормально. Нормально. Я волнуюсь просто, ребят, честное слово. Спасибо огромное нескольким командам по брейк-дансу, которые сделали 2 благотворительных джема. Один был на Плотинке для того, чтобы привлечь гостей сюда, и один был внизу на фудкорте Луны для того, чтобы тоже собрать денежки. Ребята танцевали в общей сложности 7 часов. Сколько? 7 часов. То есть 3,5 часа на Плотинке было, и 3,5, даже больше, 3,5 часа сегодня. Я помню, один раз мы с моим диджеем, с Лешей Пашем, танцевали 3 часа в декабре, потому что кто-то просто забыл ключ от домика. Был минус 30 на улице. Ну ладно. То есть ты их понимаешь, да, что это... Ребятки молодцы, они просто пришли и вот отработали такие большие благотворительные джемы, сами собрались, сами пришли, им тоже огромное спасибо, аплодисменты. Слушай, Ольга, я забыл спросить, а наши ведущие рассказывали о том, какие все-таки жесты помощи оказывали не только наши официанты Луны, не только наши администраторы, но и девочки из Израиля. Говорили, наверное, да? Вот я сказала про девочку из Израиля и про мальчика, который брейк-дансер был. Но чудес на самом деле было больше гораздо. Все не упомнишь, да? Жаль, мы хотим тебе сказать, чтобы ты держался, потому что тебя не списали в статистику, что каждый десятый, там, каждый восьмой попадает в аварию. Хрена, нифига такого. Ты с нами, Женька, мы с тобой. Аплодисменты! Опа!
Еще я хочу сказать огромное спасибо, Жень, твоим друзьям. Вера, Аня, Эдик, Денис, Даша – это те люди, которые подняли на уши всю Россию. Это 4 человека, которые сделали все, чтобы жила вначале группа помощи, а потом уже распространилось добро, вот это желание помогать по всем нам, по всей России. Это люди, которые и сейчас находятся рядом с Женей, они оставили все свои дела, отложили все свои заботы, занимаются только им, ему очень сильно помогают. Ребятки, эти аплодисменты для вас, вы большие молодцы. Спасибо всем вам за то, что вы сегодня пришли, за то, что вы своей энергией, своим добром поддерживаете Женьку. Женечка, ты посмотри, но если все мы с тобой, то ты не можешь сдаться. Мы с тобой, мы за тебя. Екатеринбург с тобой! Рыжий! Эй! Я был бы тоже, может быть, рыжим, но видишь. Я парикмахеру проспорил. Ну что, я думаю, надо закругляться. Я думаю, всем мы сказали спасибо большое. Отдельное спасибо DJ Вилл, дружище, спасибо тебе большое. Арт-директору Максиму Берникову. Лёха Павшин, DJ Селки, ты с нами, ты в зале. И сидишь с моей супругой. Молодец, я тебе верю, друг. Спасибо всем тем, кто здесь, друзья. Вас было 100 с небольшим человек, но вы сделали чудо, друзья. Спасибо большое. Я думаю, что если вы оказались бы на месте Жени, мы бы поступили так же. Ваш адрес, если бы у вас были такие же хорошие друзья. Спасибо большое, друзья. Спасибо всем. До новых встреч, друзья. Увидимся на баррикадах.